Добрый вечер, ребята! У нас очередное включение с бухты Макаха и с этого замечательного пляжа Макаха. Наш бы отчет не получился столь полным, если бы я не снял это видео. И я хочу запечатлеть замечательный вид на горы, которые открываются с бухты Макаха. И вид этот стал лучше, ярче после обеда. Вот так замечательно выглядят эти горы. И опять эта гряда гор называется Уаона. Уауна. Вот. И как бы это горы, гряда, которая простирается по западному побережью острова Оаху, гавайский штат Соединенных Штатов Америки. Вот так вот замечательно выглядят эти горы. И там вон вдалеке, видите, виднеются апартаменты, которые можно снять. Вот. И мое мнение немного изменилось об этом пляже. Да, я бы не сказал, что это 4,7, как везде указывают, что это лучший пляж. Но на самом деле, покупавшись в воде, я понял, что вода мягкая, она прозрачная. Да, возле самого берега тяжело рассмотреть, насколько вода прозрачная. И как бы, когда я зашел в воду, вот, то я был приятно удивлен, насколько эта вода прозрачная и чистая. Я бы сказал, что такой прозрачной чистой воды я не встречал нигде на Гавайских островах. Поэтому, может быть, такие вот высокие оценки этой бухты, этого пляжа в паблик-каналах, в общественных каналах. Вот. Ну и опять же я говорю, что я был приятно удивлен. С утра я увидел черепашку, не черепашку, а целую черепаху. Она, наверное, где-то была метр, сантиметров 90, метр в длину, огромная морская черепаха. И на самом деле это меня приятно удивило, это мне понравилось. Вот. И как бы хочу вам сказать, если, ребята, вы ищете черепах, то на Гавайских островах, на острове Оаху, они будут в бухте Макаха. Пожалуйста, сюда, только сюда. Может быть, вам не повезет так, как повезло мне. Я ее увидел с берега, буквально прогуливавшись по воде. Вот. А в любом случае, если у вас есть такое желание, то можно взять маску. Вот ласты, и вот туда, в том направлении, видите, там возвышается бугорок, там немного камней, и там поплавать с маской, с ластами, и вы увидите там много черепах, там они обитают. То есть ребята плавали и видели порядка 6 больших там черепах. То есть это то место, где вы можете увидеть черепах. А я вам перевожу камеру на горы, чтобы вы поняли, насколько прекрасен этот хребет. Да, он не такой яркий, не такой зеленый, как на восточном побережье. Немного зелено, такой болотный, блекловатый, потому что тут солнце жарит, печет, тут самая жаркая точка. И как бы дожди тут бывают редко. Вот, поэтому как бы не такие яркие цвета. Но опять же я хочу сказать, что побывав в этой бухте, побыв тут целый день, мое мнение изменилось. Я думал о том, что это может быть самое менее желаемое место на острове Оаху, западное побережье. Но сейчас на самом деле я сомневаюсь, и как бы по показателям цена-качество мое мнение на самом деле повысилось об этом пляже и об этом побережье Гавайского острова Оаху. Вот, мы еще не заезжали как бы особо в кафе перекусить здесь на западном побережье. Немного позже заедем, посмотрим уровень цен. Надеюсь, что не будет такой же атомный, как это было вчера. Как было вчера на восточном побережье Кейлоа, там такой
такое место замечательное, Кейло. Но я просто выпал в осадок, когда мы зашли в кафешку, когда мы там заказали буквально какую-то мелочь. Там вроде бы что-то пицца, пародия пиццы, я бы сказал. 3 куска белого хлеба. Вот, с сыром, мяса не было. Я заказал цезарь, почему-то цезарь тоже оказался без курицы. Вот, взяли какую-то порцию с рыбой. И для детского, из детского меню мы взяли... что там мы взяли? А, курица терияки с рисом. И на самом деле улетели на $51. То есть на самом деле, ну... Не так, чтобы и много, но я не ожидал. То есть, условно говоря, то, что я взял вчера в Кейлуа, вот, и за $51 я мог взять в Чикаго в 2 раза больше. Вот такой замечательный у нас пляж здесь. Много народа тусуется. Вот уже... После обеда у нас время, и такая вот замечательная природа, можно наслаждаться. Как я вам говорил, на Гавайях солнце садится рано, поэтому на восточном побережье в это бы время на многих пляжах уже был бы тенек. Поэтому хочу добавить плюс этой бухте, Макаха бухте, вот, за то, что... Около 5 часов вечера, а солнце еще, смотрите, палит. И я думаю, оно еще сегодня тут долго не сядет. То есть до 6 часов точно можно будет тут торчать, купаться, плавать, наслаждаться этим замечательным местом, этим замечательным ландшафтом. И я вот вам перевожу опять карту на горы, чтобы вы посмотрели, какие они величественные, какие классные здесь в бухте Макаха. И там вот вдалеке находятся апартаменты, а то вдалеке вот там вот это виднеется горная гряда, которая называется Уана. То есть та гряда, которая идет по западному побережью острова Оаху. И там находится, вот буквально там, где тучи, там находится самая высокая вершина этого острова Оаху. Она называется Кала. Вот такие замечательные места вы можете наблюдать прямо с бухты Макаха. Лежать на пляже, наслаждаться теплым солнцем, волной. Вот, и одновременно любоваться горами. Ну и там вот за этими кустами, там множество частного сектора можно арендовать. И высотки прямо у подножия гор. Там есть даже поле для гольфа. Вот. Ну и, как я говорил, что это место, я даже не знаю. Я не могу сказать, что это худшее место на острове Оаху. То есть у каждого есть свои плюсы. Побывав здесь... Побыв на этом пляже день, мое мнение изменилось. Я думаю, что, наверное, все-таки...